Новая амбулатория скоро откроет двери в селе Перевалово Тюменского района. Это стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения. В результате более 1500 жителей будет доступна первичная медицинско-санитарная помощь. Сегодня завершаются процедуры по оформлению медицинской лицензии. Закупают мебель и оборудование. За смену в медучреждении смогут принять порядка 50 пациентов. Здесь будут работать терапевт, педиатр, врач общей практики и акушер-гинеколог. Откроют зубной и прививочный кабинеты, дневной стационар, а также кабинет функциональной диагностики и для работы приезжающих профильных специалистов – эндокринолога, онколога и хирурга. Все необходимое оборудование уже закуплено. Процесс благоустройства уже закончен у нас на сегодняшний момент в Перевалово и в Кулаково. Процесс благоустройства в деревне Барки у нас он уже, в принципе, на уровне 80%. И мы думаем, что к концу следующей недели мы эти все объекты уже можем спокойно приступить к лицензированию. По нашим планам мы в этом году их лицензируем. И ближе к концу года мы уже должны принять первых пациентов.